Быстро. Подложка, она также как керамика, наносится небольшими участками, самое больше 30 на 30. При нанесении подложки греть не надо, ничего не надо, просто задача ее разнести по всему участку равномерно. Без нажима, без нагрева. На какой скорости? На первой скорости, чтобы не греть никогда, не надо поднимать выше первой скорости. На первой скорости без нагрева, равномерными движениями, просто распределяется по поверхности. Делится на 4 участка. А ты не располируешь? Пока нет, я потом все вместе в общем бариста в одну сторону дала, я располирую одним общим. Обязательно с участка на участок должен быть наклёст. С участка на участок наклёст? Гарантированно на все. Ни одного участка, чтобы не осталось на бетоне. Когда по прямой два участка нанесены, можно располировать их. Излишки убрать, да, если остались? Да, если где-то что-то на углах наступит. Переворачивать надо фибру? Как обычно, первую половину, ну, сложили тряпку первой стороной грубые, самые большие загрязнения, потом на чистую сторону тряпку полотенце переворачивается. И уже начисто. На машину в среднем 60 минут, да, уходит нанесение? Да, около этого 40-60 минут. Подложки обработали, потом через полтора часа можно наносить керамик про или керамик про лайт. Обычно делается так, дополнительно дается там запас времени, чтобы подложка успела среагировать с поверхностью. Как машину закончили, через полтора часа можем приступать к нанесению Керамик Про. Наклёст, да, здесь идет у нас? Сектора на сектор должен сектора быть. На сектор наклёст. Потому что он уже даже сейчас просто при нанесении подложки уже чуть-чуть изменяется оптика. Он риску заливает, да? Ну? Риску забивает это одно, он становится лак более прозрачный и на ненанесенных участках может проступить пятно, поэтому наклёст обязательно с секторами делать. Ты ее в ноль, да, выполировал? Да, я ее выполировал в ноль, тогда видно границу. И видно, если где-то что-то, какие-то дефекты остались, они сразу там образовались. Ну, если она, кое-какую риску она еще заливает, получается. Мелкую риску, которую, ну, примерно антигалограммическую, которая справляется. Да, да.
То есть иногда можно использовать вместо антигалограммы, да, ее? Ну, если уж совсем срочная работа, то можно. Можно. А потом законсервирует про или лайт? Да, сама по себе керамическая, наверное, керамическое покрытие, она сама по себе как консервант, она в таком же состоянии и сохранит поверхность. Одинаковая технология для Керамик Про и Керамик Про Лайт, да? Вообще никаких людей. Просто составы меняются, а технология нанесения одна и та же. И все правила, временные нормы, выдержки то же самое. Вот, смотри, да? Вот он. Хорошо, как ты его? Я говорю, никаких, никаких нажимов, ничего, просто слегка, но часто. Интенсивность, да? Да. Не очень сильно, но часто. Это все, эта технология располировки, она действительно и для поддержки, и для керамик про. Да вот, пожалуйста, даже здесь вот наглядный пример. Чем интенсивнее движение, тем быстрее оно и убирается, и легче убирается. Не надо тратить силу, не надо тратить дыхание. И ничего не поцарапаешь, да? И не поцарапается, конечно. Просто есть такие иногда замутнения, которые именно силой не получается оттереть, а когда вот интенсивными рубящими движениями прямыми на вас носит. Да вот, допустим, мы сейчас машину прошли подложкой нанополиролью. Это у нас ушел час 60 минут. И еще полтора часа, и мы наносим Керамик Про или Керамик Про Лайт. Да? Точно.